То ли танец, то ли бой, сразу не поймешь. Сами капоэристы называют это игрой. Бразильское боевое искусство сейчас активно развивается в Ставрополе. Желающих потанцевать или, правильнее сказать, поиграть друг с другом в форме танца сейчас становится все больше. Боевой танец-игра обязательно проходит под музыку. Капоэристы становятся друг напротив друга и начинают зажигательно показывать элементы. Все движения проходят под аккомпанемент специальных музыкальных инструментов. Некоторые из них моментами напоминают боевой или охотничий лук. Вот этот инструмент, считается, что он самый главный в капоэре, называется беримбау. По принципу звучания он ближе всего, наверное, к скрипке, виолончели оттуда. То есть у нас здесь есть гриф, есть струна, есть резонатор, есть смычок. Виктор Суслов уже 10 лет увлекается капоэрой. Для него и его жены Валентины увлечение превратилось в образ жизни. Теперь они ведут секцию. На занятия диковинным боевым искусством приходят абсолютно разные люди, как подготовленные физически, так и нет. Каждого здесь встречают с радостью и готовы помочь новичкам по любому вопросу. Настоящая семейная атмосфера. Кстати, многие бойцы ММА используют эту технику в поединках. К примеру, Конор Макгрегор часто использует элементы бразильского боевого искусства и тренируется по ее системе. Стоит упомянуть человека, который для развития капоэры в мире сделал гораздо больше, чем многие другие капоэристы, хотя изначально им не является. Это Марк Дакаскос, актер, который снялся в 95-м году, если мне не изменяет память, вышел фильм «Только сильнейшие». И очень много капоэристов, в частности в России, они захотели заниматься этим искусством именно после этого фильма. Желающих заниматься капоэро в Ставрополе становится все больше. Каждый найдет здесь то, что ему по душе. Мелодичность, танец, физические нагрузки и уникальную пластичность. Умение защищать себя на улице, так как занятия капоэро дают уверенность, реакцию, скорость и поставленный удар. Несмотря на то, что основные элементы здесь выполняются ногами, присутствует ударная и бросковая техники боя. А для детей это скорее увлекательная игра, чем боевое искусство и танец.